Вот уже неделю Добро не спит, Добро бежит. Благотворительная акция в поддержку онкобольных детей от фонда «Святое Белогорье против детского рака» увлекла за собой сотни неравнодушных белгородцев. Присоединиться к марафону Добра решила и команда «Мира Белогорья». 12 суток, 288 часов, одна общая цель – помощь детям. Забег проходит с 1 по 12 апреля, причем нон-стопом. Каждый участник получает значок бегуна. Принять участие в марафоне может любой желающий, кому исполнилось 18 и нет противопоказаний по здоровью. Все, что нужно – выбрать время и оставить заявку. Все подробности по телефону в Белгороде 36 5602. Участник регистрируется, вносит любое пожертвование по желанию на нашем сайте и, собственно говоря, приходит и бежит. В этом году нас поддержал Вячеслав Владимирович Гладков, рио-губернатор, пробежал свою дистанцию. И в целом вообще больше людей участвует уже в этом году, потому что целыми организациями регистрируются, приходят большими командами по 10 и 20 человек. Уже больше 200 человек зашли на дорожку, хотя акция еще только на середине. На самом деле, зачастую для ребенка пройти большой путь лечения от такой тяжелой болезни, как онкология, кажется чем-то невероятным, чем-то огромным. Но мы можем это сделать, мы можем помогать детям выздоравливать, если будем объединяться и помогать. Поэтому вот эта акция очень символичная. Чем больше людей присоединяется, тем мы больше можем показать, что любая цель достижима.